моя родная, бедная, несчастная, скелет. Тут у собаки проломлено череп. Нормально, да. Никаких коммуникаций, ни света, ни воды, ничего. Все заброшено, кушери. Огороженная территория и внутри ад. Они ветеринаров туда не пускают, я так никого понимаю. Никого не пускают. Никого. Ни прессу, ни ветеринара, вообще никого не пускают. В общем, вон там дорога. Здесь все заросло. Там слышно, как лают собаки. А волонтеры им уже 3 дня приносят воду и еду. Вот эта часть мусора, которого собрали на территорию. Это еще не все. Вот эти мешки, это какашки, которые выгребли, собаки полностью в них сидели. Такая худая собака. Пробую. И хлеб глотают, бедные. Сейчас я принесу. Я не знаю, видно или нет, чтобы вы понимали. Воняет тухлятиной. И я нашла вот это. О, жесть. Родненький, ты мой золотой, и ты самый красивый, самый во все красивый. А дерутся, потому что... Зяечки мои, куколки мои, мои крошечки, воду поналивали, потому что приехали.